Эй, Патрик, это твой бумажник? Не-не, это не мой, не знаю. Это не я, и папа не моя. Это мой бумажничек. Пожалуйста, можно мне в кармашек его обратно? Да, я знаю, там денежки как бы. Мана, что ты, а? Смотрите на эти лисьи глаза. Лисьи глаза. Ма хватает, убегает. Лисьи глаза. Везде кошельки она подбирает. Что ты там ныкаешь, ма? Ну что поделать, если она милее? Мне не ты денежечек, понимаешь? Нет. Мана, что ты рассказываешь? Ну кому ты рассказываешь? Ладно, пошли. Пустой кармашечек, понимаешь? Да, пустой. Да, ма. Ну давай. Давай тут не прифигенивайся. Я последнюю копилку разбила, понимаешь? Да. Ну что ты рассказываешь? Ну-ка, идем сюда. Так, ма, короче, наши дорогие зрители говорили, а давайте вы построите дом внутри дерева, там, с кроватями, еще со всякими штуками. Слушай, обалдеть, хороший идея, я этого хотела, я давно дала. Так, давай, ну, шо? Так. Друзья, у нас, кстати, есть... Ой, ма уже, короче, уменьшилась. Ма, я сейчас тебя, короче, раздавлю. Ма, ехо! Бомбочка. Слушай, не прыгай на мне, погодь. Смотрите, это маленькая ма. Маленькая такая ма. Я уже начинаю рыться, все, я и раскапываю. Ма, подожди меня, все, я тоже маленький. Смотрите, какие мы маленькие, мы просто как муравьишки. Ма, зачем так много? У нас что, такое большое? А, ну все, давай, внутрь. Ма, зачем ты ширь-то так это ломаешь? Вот так, смотри, нормально же? Ну нормально, только нам надо внутри мак копать. Давай, погнали. А то у нас ход большой вообще получился. Так мы заделаем, короче, потом. А-а-а. Если что, можно, кстати, стенки обделать, короче, деревом. Обделать да. Деревом? Деревом, да. Но это сложно. Это очень сложно. Ну-ка, сейчас попробуем. Ну-ка, оп-оп. О, в натуре заделывается. А, ну тогда проблем нету вообще. Смотри, она прям под текстуру заделывается. Нифига. Вообще нет проблем. Так, отлично. Все, короче, друзья, мы сейчас копаем. Чё, ма? Я тут немножко вышла за... О, все, отлично. Все, друзья, мы сейчас реально сделаем очень классный домик для... Ой. Чё там, ма? И опять вниз. Блин, скопируй просто, вставь. Ну, ма... Так. Тебе надо землю взять, у тебя блок земли, ты его обратно должна поставить. Или ты в креативке, ма? Я в креативке. А ты быть не в креативке. А я хочу быть в креативке. Ну ладно. Так, все, мы сейчас тут копаем. Это у нас будет первая комната. Блин, ма, вообще ничего, да, непонятно. Ну да, она какая-то такая, пока что невзрачная немного. Невзрачная. Блоки все разноцветные, я так понимаю. Да, короче, мы можем, знаешь, ты потом заделать. А я, короче, пойду пока лестницу ма делать. Ты пока делай, а я лестницу пойду, так. Так, давай, делай лестницу, а я пока что тут как-то на земельке заделать. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой, Жень. Ну, ма, надо было аккуратней. Боже, кожа, сейчас вылезу. Давай, ма, вылази, сейчас заделаем. О, ничего тут, ма. Взяла и просто снесла. Ма, зачем так? Все, поставлю, погодь. Это можно сделать? А он не ставится, ма. Ты тоже снес. Капец, ма. Так, сейчас попробуем, ну-ка, починить. Так, ну-ка, оп, превратились в обычный. Так. Оп. О, ма, смотри, поставил. Все, зачинил. Я вышла, короче, из креатива. А, смотри, можно тогда сразу, тогда, знаешь, дощечки или вот сейчас блоки поставлю. Сейчас, подожди, так, ну-ка. Давай, давай. Так, где же этот? Сейчас. О! Такой большой, капец. Большой. Ма, смотри, все, теперь у нас есть там пол крутой. О, все. Так это изи, ребятушки. Это намного легче. Ну, конечно, легче. Так, все. И потом мы можем брать кусочки разные. Так, и заделывать. Так. Так, ну-ка. И уменьшаемся. Пяу. О, смотрите, у нас дома как красиво стало. Так, я делаю эту лестницу. Нет, мне нужно блоки набрать, погодь. Так, вот этот мне нужен кусочек. Так. Давай, ма, набирай. Так. Это диванчик. Сейчас посмотрим, что там ма делает. А мы пока бурим дальше. Не, так. Вот так лучше. Что-то там ма там мудрит. Ну где ты там, на втором этаже, что ли, уже? Офигеть, ну что ты там... Слушай, надо немножечко потолок снести вот так, чтобы полегче было забираться. Да, давай, ма. Во. Так, я поправила. Все, отлично, теперь спокойно можешь спускаться. Я хочу, короче, знаешь, там же у нас еще были блоки. Так. Мы будем туда забираться и все, так, оп. Так, это типа будет кухонный шкафчик. Оп. Это плита.
О, я куда-то пролез. Ай, тут застрял, ма! Удачи на даче, короче. Ма, я застрял! Ну, что я поделаю? Такова твоя судьба. Я вылез, короче. Ма, я просто крот, походу, делаю. О, нифига тут ма что делает. Смотрите, кухню сделает. Потом тут какая-то кроватка, типа. Да, типа кроватка. Здесь такие шкафчики будут наверху. Вот так вот. Оп. Нифига ты, ма. Ма, ну ты просто жук-караед. Эй, полегче давай. Ма, ну это же хорошо, по идее. И теперь мне нужно стол сделать. Так, стол я буду делать из... Короче, если кто спросит, мажу караян. Ну, спасибочки. Так, ну-ка, вот так вот делаем. Да ладно, так. Ма хорошая, друзья. Ма из очень... дуба, да. Так, здесь сделаем вот так, вот так, так, так. Хм, стол я поставлю сюда, женьки. Вау, смотрите, как круто. Мы сейчас будем здесь... делать очень красиво. Так, друзья, смотрите. Шо, ну-ка, дай-ка, я хочу посмотреть, что ты там красиво делаешь. О, ну что ты комнату выкопал? Да, здесь, короче, это будет моя комната, я здесь буду играть. Это же обалдел, в смысле? А мне? А тебе, ма, я бы тебе сказал, тебя. Так, слушай, что еще можно сделать? Во, ма, вообще крутяк. Так, я хочу взять резной кусочек. Кирпичи. Не, я хочу вот такой. Так, кирпич. О, красивее стало. Смотрите, друзья. Так, ма, как, что там? Ну-ка, я сейчас пойду посмотреть, что там ма делает вообще. Я делаю кирпичный вход нам, между прочим. Нифига, ну-ка, Вау, прикольно. Да-да-да. А я вот сейчас знаешь, что ма сделаю? Я сейчас знаешь, что сделаю? Так, давай, удиви. Смотри, так. Ма. Ну-ка, сейчас. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп, чё? О, ты маленький басик делаешь, прикольно. Да, это будет маленький басик, смотри. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, одинокий кусочек. Это бассейн, это... друзья, если кто не понял. Смотрите, ма, смотрите, два бассейна. Блин, а листики получаются очень странноватые, кстати, ребятушки. Нормально, нормально, ма. Это листья? Это будет типа дерево, короче. Я вот так сделаю, смотри. О, прикольно. Оп. Прикольно, оп. Ма. А здесь, короче, будет ловушка от непрошенных гостей. Смотри, это лава, ма. Вау, она такая прикольная. Ну-ка. Жарится, нет? Нет. Ну ладно, тогда мы ее просто как декор куда-нибудь воткнем. Оп. Может, она светильником будет нашим. Так, водичка. Я хочу побольше сделать водичку. Ну-ка, я сейчас увеличусь на мапу. Смотрите, какая ма маленькая. Такая, что-то там делает, что-то там пытается. А мамочка, ты слишком большой, между прочим. Здравствуйте, ма, как у вас дела? Смотрите, друзья, просто для сравнения. Насколько ма маленькая. Короче, я чисто завел своего муравья. Тык-тык-тык. Оп. Ма, ты, а если бы ты была муравьем, ты кем была бы? Королевой или просто рабочим? Я бы была рабочим. Такая скромная, ма. Ма очень скромная. О, у нас тут красиво эта клава сверкает. Да. Блин, ма такая скромная, да, друзья, вообще, смотрите. Она сказала не королева, а рабочая бы. Конечно, ты же понимаешь, что королева, она очень злая. И она жрет всех подряд. Да? Да. Я не знал. Теперь знаю. Вау, у тебя так пол сияет. А что ты сделал? А я белым его сделал. Это изумруд, ма. Офигеть. Красиво, так. Нет? Да. Сейчас я еще сделаю. Так, о, я сейчас сделал. О, ну-ка, сюда. Меня почему-то, кстати, дерево выпихивает наружу. Ну да, там выпихивает дерево. Это такая небольшая, как сказать, небольшой минус. Я сделаю, чтобы не выпихивало. Как? Не знаю, все, погодь. Ма, там невозможно. Так, ну-ка, вот так делаем. Мы пока делаем себе рабочую крутую комнату. Смотрите, друзья, Вася, вау. Ма, слушай, здравствуйте. Может быть, ты мне тоже сделаешь комнату? Не знаю, а давай это будет наша общая, а то долго делать. Да, давай эту. Так, ну, в принципе, мне нравятся цвета. Слушай, может, вырым окно или это невозможно? Можно, ма, можно. Роем. Можно стекло поставить, да? Да, и сделаем стекло, да, ну-ка. Отлично. О, так, я прорыл, реально. Ой, мы увеличили, теперь здесь и ма поместится.
Так, отлично. Я возьму вот это и вот это для своей кроватки. Смотри, Ма. Ну, сейчас найду стекло, кстати, друзья. О, вот стекло, ну-ка. Так. Вау! Ма, его даже почти не видно будет. Смотри, его только в бок видно. А, да не. А, да, кстати. Она ну прозрачная. А, вот как. Я сделала себе кроватку. Ты сделала? Да. Сейчас сделаю себе тумбочку, погодь. Мам, у меня тут не получается. Давай, если долго мучиться, что-нибудь получится. Не кричите. Все, короче, и так сойдет. Так, отлично. Сейчас полочки себе поставлю. О, шикарно. Так, да что такое? А, сейчас вот так вот сделаю и все. Во. Опа, смотри, так, Ма. О, ничего, Ма тут кровать себе делает. Ма, я тоже хочу. Ну и делай, возле окна. А-а-а. Видишь, какая? Так, я хочу себе плазму сделать. Так, плазму хочешь? Да, телевизор. Так, смотри, Ма, он будет прямо напротив моей кровати. Оп, видал? Смотри, какая плазма. Она против моей, Ма. Так делай, вот, вот тут вот так вот, оп-оп. Ладно, так, так. Оп, 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 оп. Во, замечательно, сейчас, шикарно. Оп, тумбочку поставим. Вот еще две тумбочки. И плазму. Ну, о, нифига, смотрите, друзья, реально получилось. Кровать. Ну-ка, давай выйдем, посмотрим, как это смотрится. Ну-ка. Так, давай-ка посмотрим. А давай вырастим и посмотрим. Давай. Оп. Вау, Ма, слушай, прикольно. Ой, такой ламповый домик. Смотри, насколько он классный. Слушай, тут надо сбоку еще кирпичом обделать. А что ты там хочешь сделать? Ну тут сбоку немножко. А, да-да-да, я вижу. Давай, делай, короче. Ма! Ой. Ма! Ой. Ма! Ребятки, я сломала наш домик. Капец вообще, ну Ма, ну ёшкин матрёшкин. Все, теперь мы, короче, эти, без места жительства. Теперь у нас, да, нету домика. Блин, мы вот так строили, блин. И Ма ну, ребятушки, вы запомнили, если что, воссоздайте, пожалуйста, скиньте нам скрины. Капец вообще, ну ладно. По капец вообще, Ма, ну ты просто Ма вообще. Я пыталась, но я слишком сильная, я не рассчитала. Да, надо просто не в креативе быть, Ма. Да, сегодня ты в креативе, а завтра, как говорится, да. Не в креативе. Слушай, а может, быстро воссоздадим, прям вообще быстренько? Мы же помним, я как не... что. Я не думаю, что мы успеем. Может, сделаем мини-комнатку тогда, просто вот с двумя кроватками. Нет, Ма, ради подписчиков, я считаю, надо. Короче, друзья, мы ради вас воссоздали все заново. Да, мы постарались и снова все сделали. Немножечко поменяли, конечно. Да, Ма, короче, он сейчас будет каменную эту делать. Вот, короче, кухню эту воссоздали, диванчик. Вот ступеньки наверх. Так. И здесь вот эти две кроватки. Смотрите, вот кровать Ма и моя кровать. Да, ребятушки, мы сделали немножко по-другому. И прям в воду. Замечательно. Так, замечательно, я достроила. Еее, смотрите. Все, теперь даже вообще симметрично и красиво получилось. Давай увеличимся, посмотрим. Вау, Ма. Смотри, там кровати видно, Ма. Да вообще капец. Слушай, Лючка, Людмила, если что, смотри, тут алмазики. Ма, давай попробуем алмазик добыть. Давай попробуем. Кстати, мне интересно, ну-ка. Оп. О, Ма, я пошел жить в алмазике. И что, добывается? Да, добывается. Хочешь жить в алмазиках? Да, Ма, погнали в алмазик. Я не буду жить в алмазиках, там холодно. Почему? Лучше деревянный домик, он самый теплый. Да? Вау, да. Это так необычно. Смотри, иди сюда, тут алмазные ступеньки, Ма, у меня. Ну-ка, погоди. Вау, прикольно. Смотри, алмазные ступеньки, такие яркие, вау. А ночью он светится, алмаз? Не знаю. Хочешь посмотреть? Да, хочу. Давай, давайте, друзья, сейчас посмотрим, ночью светится или не светится, ну-ка. Все, ночь наступила, так, ну-ка. Ну, так, ну, не как светится. Ну, как будто светится, но и вроде не светится.
Да, когда странно, непонятно. А ну-ка, у нас дома. Погнали, там лаву. Слушай, ночью так круто, дома. Ну, ночью вообще лампово. Вообще бата. Так, ну-ка, так. Заходим. Прикольно. О, ма там плавает, смотрите. Блин, прикольно, что реально можно плавать, даже находясь такими маленькими козявками. О, слушай, а может добежим до нашего большого басика и там попробуем искупаться? О, ну-ка. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Я сейчас прям в воздухе, о, короче. А мы будем на батуте прыгать маленькими? Ой, я не знаю, ну-ка. Не, не, не прыгаем. Ну-ка, я ныряю, короче. Оп. Вау, ну-ка, ма, подожди меня, я тоже за тобой. Такие большие микробы. Ма, привет. Приветик. Он такой огромный. Он гигантский просто. Оп. Ой, у меня ма, дыхание. Капец. Так, ну-ка. Оп, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, если, допустим, прыгнуть и уменьшится в воздухе. Погодь, погодь. А я уже сделал. Я хочу еще раз попробовать. Смотри на меня, ты видишь меня? Да, я вижу. Так, сейчас уменьшаюсь. Давай, опа, о, такая маленькая. Тух. Брызгов от меня, конечно, было очень много. Да, что очень странно на самом деле. Так, ну-ка, вылазим. И вылазим. Так, ну, о, слушай, у мамы Мии до сих пор тут караедиком поедено. Слушай, давай-ка заделаем. О, смотри, о, ма, смотри, иди сюда. Что такое? Смотри, маленькие блоки отталкивают большие, смотри. А ты где? Я около бассейна, ма. Так, маленькие блоки. Смотри. О, видишь? Офигеть, вода реально утекла, ребят. Да, это маленькая верфь. Ладно, все, мы построили такой домик. Вы хотели, друзья, мы это сделали. В общем, дорогие друзья, ставьте лайк. Дарвишки, подписчика, комментик напишите, хотите ли вы, чтобы мы снова построили что-нибудь помасштабнее. Да, 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 и все. Потом, значит, как вам серия, напишите, понравилось, не понравилось. Лайк, подписчик, колокольчик. Всем пока! И погузики, я исчезаю. И я. Еее.